Меня зовут Кейс Ван Дун. У меня подрядная компания в регионе Норд-Остполдер, община Рютен. Мы — это 35 работников, 25 тракторов и 20 комбайнов. Большей частью заняты в скотоводстве и земледелии, в цветоводстве и овощеводстве. Круг наших клиентов включает 500 заказчиков. Скотоводческие, земледельческие предприятия, общины, водохозяйственные объединения. Мы предлагаем довольно обширный спектр услуг и всегда стараемся использовать самые последние технологии. Вообще, в каждом случае мы стараемся сделать для наших клиентов все возможное. Самый большой вызов, когда работаешь в этом регионе, это инновационный подход. Надо уметь быть в нужное время, в нужном месте, вовремя инвестировать и делать свою работу на отлично. Логистика – самое важное в нашей компании. Машины и люди должны вовремя оказаться в нужном месте, чтобы сделать свою работу. Наша компания состоит из молодых и не очень молодых работников, и мы стараемся создать комфортную рабочую среду для каждого. Самый молодой работник не менее важен, чем самый опытный. Меня вдохновляет техника, так же, как и наши клиенты. Ведь они являются частью нашей жизни. Мы видим, как они растут, развиваются, и помогать им в этом для меня настоящее удовольствие. В нашей семье 5 детей. Старший сын уже работает в компании. По сути, мы заняты 24 часа в день. Поэтому, если бы не было такого всеобщего участия, не думаю, что семейная жизнь шла бы так же хорошо, как сейчас. Труд – неотъемлемая часть нашей жизни. У нас долгий рабочий день. С 6 утра до позднего вечера. Хороший день – это когда все идет как по маслу, когда есть чем заняться. Самые лучшие дни – те, когда много работы, и когда в конце дня понимаешь, что все прошло по плану. Да, так мы и работаем.